Вечер. Добрый вечер и шалом алейхем. Все мои друзья, дорогие друзья, очень рад быть с вами сегодня еще раз. Наш постоянный урок по четвергам в 21:00. Мы приближаемся к Роша Шана. Завтра уже 15 Элула, это значит, что остались ровно 2 недели до наступления Роша Шана. И на это время мы должны работает над собой, внести в себя изменения во все аспекты жизни, особенно в самые главные качества жизни. И главы Тора, которые мы читаем на этой неделе, действительно направляет нам и толкает нам в это направление, дает нам правильные указания и правильные намеки, что мы должны делать, какие вещи в себя мы должны исправить. И мы увидим, что в этой недельной главе, которую мы будем читать на этот шаббат, глава Китаво, седьмая глава, книга, седьмая или шестая глава, в книге Дварим, мы там читаем очень важные заповеди, которые являются действительно вызов для каждого от нас и в эти особые дни, когда мы готовимся к Рош ха-Шана. Но может быть начнем из истории. Раби Йонатан Айбешиц. Раби Йонатан Айбешиц, один из самых известных раввинов в последние сотни лет. Он умер 256 лет тому назад в Германии. Если я не ошибаюсь, он похоронен в город Гамбург. В город Гамбург тогда была очень большая еврейская община, это был центр 4 общин. И Раби Йонатан Айбешиц был там главный раввин и Ав Бей Дин. До того он был долгие годы раввином община в Праг, был раввин Ав Бей Дин, Даршан и Рош Ешива в Праг. Долгие годы Праг считалась тогда одна из самых авторитетных общин в те годы. Но до его назначения в Праг он тоже был достаточно долгие годы раввином в небольшой общине в небольшом городе. Когда он получал приглашение стать раввином община в Праг, и он принимал это приглашение, он сказал община в Праг, дайте мне немножко времени, я не готов сразу уехать из моего старого община к вам, мне надо немного времени. Они ему сказали, ребе, пожалуйста, сколько времени понадобится, мы вам дадим. И он распространял слух среди жителей города, что он отправляется в Праг. Реакция никакая, ноль реакция, ноль эмоций. Никто не подходил, никто не спрашивал, ой, ребе, почему вы уходите от нас? Чего вы покидаете нас? Нам так хорошо с вами? Слова нет. Община в Прагу уже присылает грузчики, 3 больших грузовиков, как они выглядели в тех времен, чтобы перевезти раввина Йонатан Айбешиц и вся его семья, и все его имущества, книги, мебели и так далее в большом город Праг. Он говорит, извозчики, грузчики, вы подождите, стойте, пожалуйста, в центральной площади город, там вы будете ждать, пока я буду готов. Они там сидят неделя, вторая неделя, третья неделя. Они приходят и говорят, ребе, мы больше не можем ждать, у нас тоже семьи. Мы хотим вернуться уже в Праг с вами и со всеми вашими делами. Что вы задерживаете нас так долго? Раби Йонатан Айбешиц сказал, вы знаете, вы правы, еще одно дело я сделаю здесь, а потом мы с вами поедем в Праг. Раби Йонатан Айбешиц повесил по всему городу больших объявлений и распустил большой слух о том, что вся община, мужчины и женщины без исключения приглашаются на экстренное собрание в самом большой площадь в город, там, где могут все поместиться. Все не понимали, что вдруг ребе вызывает всех на такое экстренное, необычное такое собрание. Но все собрались там, огромная площадь, которую там могли поместиться все.
רבי יונתן סטאית נביסו כאיתומבה יום פירדני מבסטופאית. יום גברי דרגי מאי דרוזיה יבס אוצ'ין לובלו. אייה זבה מאוצ'ין סילנה פרז'וויו. קק ואוז'ה סלי שלי. פרישול ורמיה קק דזקן שווה יצמאיה סלושבס דיאסי וטו יפשינה. אייה פרבליוס סלוז'ית שתו בבזגלבית אפשינה וגורד פראג. איזבסנה יא אפשינה פראג. נויה זבס אוצ'ין פרז'וויו. יפאיתמו יחדשו סלמי פגברית. אבז'ניך אוצ'ין דילה אבז'ניך וישי. קטוריה פרשו ובס אי דלשי, דאז'ה בז מיו נחשדן יזדיץ, שתו ובולי תיסבלו דיית. ומניה כבם בלשאיה בלשאיה פרוזבה. צבע שדניה, שתו בולית פרסית, יונים גברית. ומניה כבם פרוזבה. פרדלז'ה איתי חדית סינגוג ראש השנה, שתו בפסלו של שופר. דאז'ה כקדם מניה זדיץ ניבודית. סבלודאיתי סבטוי דיין פוסט יום כיפור, דאז'ה כקדם מניאז נזדיאס ניבולית. סטרויתי סיבי הסוכה וסוכות, איקופיתי צ'יטי ריביד אברסטניה, לולב אי אתרוג, דאז'ה כקדם מניאז דיאס ניבולית. סבלודאיתי פסח, כושייתי מצאי, עד כשייתי סוד חמץ, דאז'ה כקדם מניאז ניבולית. סבלודאיתי כשרות, דאז'ה כקדם מניאז דיאס ניבולית. פרדלז'הייתי נקלה דבי תפילין כשדי דין, סבלודת שבת, אי סבלודת זקונת שיסטתה, עברייסקה הסימיה, דאז'ה כקדם מניין ניבונים. אתא מאי פרוזבה פירדווה מי פז'ל עצתה. פרנימאי תפסיבה פסרצה מאי פרוזבה, אי פרדלז'הייתי סבלודאית אי תפסיאס נבני וישי יהודאיזמה. פובליקה בלעתי שינה. נקטעני פנים על שטוס דספרייס חודית. הדין של הווה קטורי מל סוביס פפרסיל, פרב נא ופרוס, תסכזל רבי מוז'נה ופרוס. רבי יונתן תסכזל כאן ישנה. מורית רבי. ופרבדה, סיצ'ס ניבולי תסנמי. נובד לשתו ושתה איתי נס, וקק נס הצנב איתי. שתמיד הסצוויתי לנעתקי סלה בילודי, שתובס פריסות צטבר רבינה, מניבול עם סבלודת יום כיפור, מניבול עם סבלודת כשרות. רבי, ונס הביז'אי איתי. אתא ושו יצן ככנם שתמי נתוקה ונימוז'תי פלגצה הנס וסמניבה איתי סבנמי ונס שתמי דאז'ה סמי אסנבני זפבי די יהודאיזמה ניבודית ניבודי מספלניית איתא דסוויתן איבו פדרז'ה לפסיה איתא דסוויתן לבפרוס אי רבי יונתן התוותל רבי יונתן עם סקזל תק פתנצת לד יז'בו סבמי נאתי פתנצת לד ומניין יביל נידין דין אוטפוסק. ואתי פתנצת לד מה ידבר בלהפסיקדה עד קרית היד לקשדה והטווס. כגדה בלי ופרוסה שלום בית כגדה מוז'ה שינני מגלידה גבריצה פרישלי כמניה שתו יבוד ובדילי דברמיה איבנימניה איבניסטי מיר ותו יסימיו. כגדה פרטניורת הסורליס פרישלי כמניה שתו יבוד ונחדי טופ שיזיק. כגדה בלי פרובלמה הסדיתמי שקולה פרישלי כמניה. לובוי ופרוסי ושי ז'יזן. סימייני ליצ'ני כנישנה גלחית שסקי. סייב הפרוסי שליט שיריז מניה. יני כגדה ניקמוני עד כזן. יפסם פמוג. יא ז'דל. שטובקת שסטווה בלגדרנסט. כגדה ואוסלישתי. שטויה סבירי פרג. בודי תבגורת ככוי תשום שתלות איבודות וזמושצה איבודות חצייה וזדת מניה ופרוס רבי פצ'ימו ורחודת יתנס סנצ'ה לירס פספניה על סלוך איתי שינה פתום סטייה לי לצנטרל נפלושית גורדה גרוזוויקי כתור אפסיזנלי שתו נשדות מניה היא הפיה תשינה הטיפר וספרה שוויתי פצ'ימו יאהובה סמניוויוס לודי כתורוניך צוסטווי צ'וסטווה בלגדרנסט וניכני פרוסטה צ'וסטווי צ'וסטווה בלגדרנסט וניכה צוסטווי אסנבנוי אלמנט הביך סטסטו כקלודי לודי כתורוניך צוסטווי תקוי וז'נה יקצ'סטווה כקבלגדרנסט יאי זוויניתי מניה
сомневаюсь во всем, чтобы они будут соблюдать или не будут соблюдать. Если у них отсутствует благодарность к человеку, откуда у них будет благодарность к Всевышнему? Вот так объяснял им Рабби Йонатан Лейбовиц. Людей не любят благодарность. Спросите себя, когда кто-то пришел к вам в последнее время и по-честному дал вам комплимент, по-честному вас отблагодарил. Спросите себя, когда вы делали это в последний раз? Когда в последний раз вы подошли к человеку, который сделал что-то хорошо для общества, для общины, для города, для вас лично, и вы подошли, искренне отблагодарили, дали комплимент и сказали, вы были на все 100%. Спасибо вам. Когда мы это делаем? К сожалению, редко. Это человеческая слабость. Нам гораздо легче критиковать, нам гораздо легче не быть довольны, чем быть довольны, чем быть благодарны и давать кому-то комплимент, который он по-настоящему заслуживает. Это наши слабости. И над этим нам надо работать всегда, и особенно на эти дни. Дни, когда мы готовимся к Рош ха-Шана. Почему мы должны над этим работать? Поскольку Тора считает, что мы должны над этим работать. Хочу вас напомнить. Мы называемся Ехудим. Какой корень в слове Ехудим, Ехудей? Корень это слово Ехуда, колено Ехуда. Ехуда четвертый сын Яков и Лея. Тора, книга Берейшит, глава Ваишлах, когда мы читаем, глава Ваейце, когда мы читаем о рождении סינבי ליה, כקדמי צ'טיים, כקדרדילסה יהודה. פצ'ימו ליה, איבו נזבה לה יהודה. ליה סקזה לה, הפעם עודה את השם. הבאת התרז, יבודו בלגדרנה, יפסי וישנם. יהודה, אתו אימי הסימבליזיר ואית בלגדרנסט. אינש נרוד נזבה יצא יהודים, פסקול כמי בלגדרני. יברי רבנו בלגדרני צ'לווק. Иудей значит благодарный человек. Мы начинаем каждое утро с какие слова? Моде они, благодарен я тебя. И дальше мы читаем утренние благословения, которые они все благодарны Всевышнему. И все 100 благословений, которые каждый из нас обязан читать каждый день, это все слова благодарности. Но что делает? Есть человеческая слабость. Несмотря на то, что мы, иудеи, это значит, что наш ДНК, наш характер должен быть благодарный. Мы должны быть благодарны людям. Но, к сожалению, не всегда это так. И вот именно об этом говорит с нами Тора на этой недельной главе. Мы уже в книге Дворим, у нашего земли читали глава Дворим, «Ваэт ханан, экев, ре'э». Китеце шофтим, а сейчас седьмая глава, книга Дворим, глава Китаво. У нас остались ницавим, ваейлех хаазину и браха. Еще 4 главы, и мы завершаем чтение книги Дворим и завершение чтения Тора. Это будет и в праздник Симха Тора. Но говорит нам Рамбан, Рабину Моше бен Нахман, на свое комментарии в Тора говорит Рамбан удивительные вещи. На самом деле, говорит Рамбан, где заканчивается Тора? Не в книге, в глава Браха, в книге Дворим, тот, который, глава которой мы будем читать, в Симха Тора. Говорит Рамбан, завершение Тора это в этот Шаббат, глава Китаво. Как? У нас же еще מי ופמינה לי גלבה ניצבים, גלבה ויילר, גלבה האזינו, היא גלבה ברכה. כך מוז'נס כזאת, שתו, נעת את שבת, גלבה כי תבוא, מבודים דלת הקפות, מבודים תנצבת סורה, מבודים אבלייבת חזק. כך מוז'נס כזאת, שתו, ותאי שבת, מי זוורשיים, שתניה תורה. גברית נם רמב״ם, ניה, מי צבידו, זוורשניה תורה, פקטיצ'ס כשתומי,
завершаем читать вся книга. До этого у нас еще есть немножко времени, еще четыре главы, которые мы будем читать. Между них у нас будут праздники, которые в этом году будут в шаббат Рош ха-Шана, и первый день Суккот будет в шаббат, и поэтому будет немножко времени, когда мы будем все этого дойти до конца Тора. Но говорит Рамбам, главные вещи в Тора, это же 613 заповедей, которые дает нам Тора. Из 613 заповедей есть те заповеди, которые они общие. Они не касаются ежедневной жизни каждого от нас. А есть заповеди, которые касаются каждого от нас и своей ежедневной жизни. На этой главе, на этой неделе, дает нам Тора последняя заповедь из тех, заповедей, которые являются ежедневной жизнью, и которая касается каждого от нас. В следующих главе, глава Ницавим и Ваейлех, у нас там есть еще три заповеди. Какие у нас там заповеди? У нас там заповеди, которые связаны, делит Хакхейл, Хакхейл это собрат народ Израиль на восьмой год после Шмита, весь народ, чтобы собрался в Иерушалаим. Или заповеди, которые называются, чтобы каждый писал себе свиток Тора, что мы знаем, что в наших времен это не актуально для каждого от нас. И заповеди общая, которая называется «Вехалахта бидрахав», чтобы мы ходили в пути Всевышнего. А какие заповеди, которые касаются нашей ежедневной жизни, их завершает Тора и в нашей недельной главе. Что это за заповеди? Она называется «Бикурим». Сразу в начале нашей главы мы читаем об этой заповеди, которая называется «Бикурим». И это очень важная вещь. Когда есть лектор или оратор, который дает выступление перед народом, тут Моше Рабейну, вся книга «Дворим», это слова Моше Рабейну перед тем, что в седьмого Адара он поднимается наверху. Он уходит из этот мир. Ему очень важно, каждое слово ему важно, это последние из его слова, последнее обращение к еврейскому народу. И вещи, которые он скажет, самые последние, это те вещи, которые их надо помнить. Это самые последние, важнейшие вещи, которые мы должны помнить. Как человек, который хочет, чтобы запомнили, чтобы взяли люди к себе домой его слова, и они будут исполнять их. Он их не говорит в начале выступления, но в конце. То же самое здесь. Моше Рабейну, какие последние слова, последние заповеди, которые он приказывает нашему народу, это были слова, это были заповеди, бикурим, которые в нашей недельной главе. Заповеди бикурим, на другие слова, это заповеди, которые говорит нам бит да. Благодарные люди. Быть благодарные люди. Несмотря на то, что человеческий слабость, не просто так быть благодарный человек. Мы, может быть, потом еще попытаемся обсудить и понимать, почему. Мы знаем с вами, что нелегко. Но последние слова, которые говорит нам Моше Рабейну, он говорит, я ухожу, но вы запомните, всегда быть благодарны Всевышнему. Принесите его бикурим, он говорит, вы скоро зайдете в Израиль. Я уже не буду с вами. А там, когда у вас с Божьей помощью, у вас у каждого будет огород, и будет у вас расти фрукты от всех видов, фрукты, которые Бог благословлял страна Израиль, как инжир, гранат, финик, оливки и так далее. Когда вы будете увидеть первые фрукты, которые уже идут на полной готовности, вам надо ставить знак вокруг этих фруктов. И когда они уже все готовы, надо их собрать в какой-то престижная, красивая корзина, собрать все фрукты, которые они первые, самый первый урожай. А потом он встречается, хозяин этих фруктов, он встречается со всеми его друзьями от всех поселков, каждый носит свои, и они идут в парад в Иерушалаим. Рамбам приводит слова Мишна, том Бикурим,
что во главе этот парад ходил бик. Этот бик одевали золотые рога, его окружали. И был оркестр, люди, которые играли на музыкальные инструменты. И они дошли до Иерусалим. А там из Иерусалима вышли коханим, чтобы их встречать. Они вместе все пели 150 глава в Тейлим. Похвалите Бога. Похвалите Бога. Мы это читаем каждое утро на молитву. И так в таком большой праздник принесли Богу в храм эти первые фрукты. Почему надо было делать действительно такой большой праздник? Почему нельзя было это делать не в такой большой шум, чтобы собрали все вместе на парад? Можно было сказать, что каждый, который у него есть первый урожай, он берет эти вещи и носит в Иерусалим. Зачем такой парад большой? Пишет Тосфот в том Бикурим и в Талмуд. Пишет нам Тосфот, послушайте внимательно. Это настолько важно. Внести и вырастить в себя, в сердце, чувство благодарности Всевышнему, что это укрепляет наша вера к Богу. Поэтому потребовала Тора, чтобы не будет ни один человек, который останется равнодушный на это событие. Когда может идти каждый сам по себе, другой бы не замечал. Когда собирается парад, сопровождение музыканты, сопровождение этот бик, который его рога одевали золото. И коханим из Иерусалима идут навстречу. Тогда нет ни один человек, который живет в этом путь, где идет этот товар, где идет этот парад в Иерусалим, который не заметил и напомнит себя. Да, все, что мы имеем, эти фрукты красивые, которые мы собираем, это не в результат наш талант. Это не в результат нашей знания и нашей работы и нашей энергии. Это все в результат благословения Всевышнего. А тогда мы напоминаем себе быть благодарны Всевышнему и понимать, все, что у нас есть, любое наше достижение в жизни, мы благодарны прежде всего Ему. Но интересная вещь. Очень интересная вещь. Когда начали в Иерусалим принести, когда начала функционировать эту заповедь, которая называется Бикурим? Говорит нам Тора только после 14 лет. Народ Израиль зашел в страну Израиль и начался процесс раздачи земли. Освободили один час земли и решили этот получить такой колено, и в той колено такие семьи, такие семьи. Процесс раздача земля Израиль длился целый 14 лет. Говорят нам Тора, когда будет завершен процесс раздача земли, всего ли после 14 лет начинать функционировать эту заповедь. До этого момента не существует такой обязательства собрать первые фрукты и принести в красивой корзине в этом весь процесс, который мы о нем говорили, который называется Бикурим. Этот механизм начинает свое существование только когда поставили точка. И сказали, слава Богу, нет уже ни один еврей, который не имеет свой участок. Нет уже ни один еврей, который не имеет свой дом. Тогда стартовала эта заповедь, и люди начали собрать первый урожай и принести их в храм. И это непонятная вещь. Есть такое правило. Зризим макдимин ле мицвот. Когда Бог сказал Аврааму Авину, чтобы он принес своего сына Ицхака в качестве жертвы принесения в храм, на горе Мория, это было самое известное испытание, что написано в Тора, «Ваяшкем Авраам бабокер». Авраам встал рано-рано утром. Почему так рано утром? Чтобы показать, как он спешит исполнять приказ Всевышнего. А тут вроде бы такой важный вещь. А мы не спешим. У нас есть время. 14 лет. Мы никуда не спешим. Больше, чем это. Какой суд этой заповеди? Что нам надо принести в храм? Нам надо принести в храм первые фрукты, чтобы почувствовать сразу в начале работы,
что самый первый шаги, самое первое достижение принадлежит ему, и тем более все, что будет потом. А как мы имеем право задерживать этот процесс на целые 14 лет? Во все эти 14 лет мы можем пока, не дай Бог, забывать о том, что эти фрукты, те, которые уже получали свои участки, у них уже растут красивые гранаты. Они могут забыть о том, что это в результат благословения Всевышнего. Как мы можем себе позволить за 14 лет откладывать эту мицву? Объясняет Лубавичский Ребе в книге Лекутей Сихот, 9 том. Цель бикурим, это спрашивает Ребе этот вопрос, и Ребе дает такой ответ. Ребе говорит, благодарность, самый цель этой заповеди бикурим, это воспитывает нас к чувству благодарности Всевышнего. Благодарность, это вещь, которая растет, благодарность существует, когда у нас есть радость. Как мы читаем, когда мы принесем бикурим, Тора нам говорит, «Весамахта бехол атов, радовейся, вся добра, которую Всевышний Бог всесильный твой дал тебя». Исходя из большой радости, мы чувствуем большую благодарность. Тот, который является, он является причиной на этой радости, поэтому мы его благодарны. Он предоставил нам причину радоваться, и это вызывает от нас благодарность к нему. Говорит Ребе интересная вещь. Еврейский народ особый народ. Мы должны над этим работать, если не дай Бог это не так. Если там есть люди, которые их очередь еще не дошел в процесс раздачи земли Израиля. Они пока еще бездомные. Они пока еще переселенцы. У них еще нет жилья. У них еще нет свой участок земли. Даже те, которые уже получали, те, которые уже сажали дерево и собирают фрукты, у них нет полной, у них нет совершенной чувства радости. У них еще нет полной чувства радости, которое позволяет им прийти из благодарности, прийти из чувства благодарности Всевышнему. Написано, почему мы не читаем Шехьяну, когда мы делаем брит мила. Отец, слава Богу, заслуживает, у него родился сын, и сыну на восьмой день он делает ему брит мила. Каждый, который был в брит мила, может этого подтвердить, никогда там не звучат благословения Шехьяну. Когда мы радуемся, когда мы исполняем мицвы впервые, когда мы впервые кушаем фрукт, который мы не ели в этом сезоне, мы благодарны Всевышнему и произносим эту браха, которую дал нам жить до этого времени. Когда мы впервые произносим браха на лулав, то же самое, на ханукальные свечи, то же самое. А тут на брит мила почему нет? Написано, если этот ребенок сейчас страдает, мы не можем иметь настоящее чувство благодарности, поскольку мы сочувствуем боль, которую он испытывает сейчас. И вот поэтому за 14 лет задержался этот процесс, пока мы сможем иметь чувство благодарности на самый-самый высший уровень. А именно тогда, можно сказать, реализуется идея и цель заповеди, которая называется бикурим. Но я хочу задавать вопрос. Почему это действительно так важно? Почему действительно так важно быть благодарным плодо того, что последний вызов Моше Рабейну к еврейского народа перед уходом из этой жизни, последнее указание, что он нам говорит, берите это с собой вечно на все жизнь, на вся жизнь, и передайте из поколения в поколение, и вы, евреи, вы должны быть благодарны люди, благодарны Всевышнему. Благодарны друг другу, конечно, благодарны Всевышнему. Почему это так важное качество? Я хочу об этом немножко поговорить. Разбирать немножко это и качество. Почему оно для нас так важно? Я уверен, что есть люди, которые сейчас задают вопрос, ну, уже, быть благодарности, что это уже? Важнее есть у меня, я считаю, что есть важнейшие
Веше, которые над ними надо работать. Сейчас, перед Рош ха-Шана, перед судный день, я над собой буду работать, быть благодарным. У меня другие заботы есть сейчас. Почему так важно быть благодарным? Если Моше Рабейну предпочитал, что это будет его последнее указание нам, значит, это не так просто, это очень важное задание. И мы должны понимать, почему, и над собой работать, чтобы освоить в себя такое чувство, чтобы мы действительно были благодарны. Написано в Хасидут, что благодарность является корень и источник на все хорошие качества человека. Именно чувство благодарности создает у человека возможности оценить другой человек, когда он заслуживает эту оценку. Именно это чувство позволяет нам радоваться с другого человека, и она дает, она толкает нас к настоящей чувству радости. Самый большой радость для человека это понимать, что он не в одиночестве. О нем кто-то заботится, о нем кто-то думает, о нем кто-то переживает. Когда человек чувствует, что о нем кто-то думает, это очень приятно, это вызывает у него радость. Поэтому, когда человек работает над собой, быть благодарным, это увеличивает чувство радости в себя. Тем более, когда мы говорим о Всевышнем. У нас есть две уровни связи со Всевышним. Есть страх, это называется ира, страх от Всевышнего. Мы исполняем его указания, мы исполняем его 613 заповедей, и в результате страх, который мы испытываем от него. А есть самый высокий уровень исполнения заповеди. Это называется ахава, любовь к Всевышнему. Мы исполняем заповеди Тора, поскольку мы его любим. И когда мы любим какой-то человек, исполняет то, что он у нас просит, это не нагрузка, наоборот, это самая большая радость. Есть два вида, когда человек исполняет какую-то работу. Есть раб, который исполняет приказ своего хозяина, своего шефа, и есть сын, который исполняет просьбу его папа. Сын, который исполняет просьбу его папа, он исполняет это просьбу, исходя из любовь к отца. Он счастлив в том, что у него есть папа, который любит его. И сейчас у него есть возможность показать его благодарность своего отца. Поэтому, когда папа просит его что-то делать, он бежит и делает этого. Его нога прыгает. Не надо его толкать, сказать, ну иди уже делай. Он это делает из любовь, он это делает из радости. Человек, который выполняет приказ, он выполняет приказ. Скоро будет Рош ха-Шана. И с ним начинается 10 дней раскаяния, 10 ימי תשובה. А в них у нас есть ставка на молитва. После молитвы Амида мы произносим вот такая молитва. Авину Малкейну. Все помнят. Все поют, открывается Арон Кодеш. И начинается, мы поем эту мелодию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы помните, все помнят эту мелодию. Овину Малкейну, Эйн Лону Мелех. Такая трогательная молитва, когда вся община вместе ее поет при открытом Арон Кодеш. Давайте обратим внимание, что мы там произносим, какие слова. Отец наш, Владыка наш. Мы называем его в два имена. Отец наш, Владыка наш. Это две разные отношения, которые мы имеем с ним. У нас есть его, наше отношение к ним как Владыка, как выполняющий приказ царя. Это мы выполняем, исходя из страха. От Владыка есть страх, от царя. А есть связь со Всевышним, который исходит от чувства «Отец наш».
качества Отец наш, мы выполняем Его заповеди из любовь и радость. Если мы хотим дойти до чувства, что мы обращаемся к Отец наш, не только к Владыка наш, это только через благодарность. Благодарность ломает все официальных правила. И это доводит нас до чувства, да, Он нас по-настоящему любит. Он о нас по-настоящему озаботился. А поэтому мы Ему благодарны. Он не только Владыка наш, прежде всего Он Отец наш. И вот так важно быть благодарным. А благодарность рождет у нас чувство радости. Что мы знаем, у нас нет одиночества. Бог всегда с нами. То, что Он всегда с нами, доведет нас до огромной и огромной радости. А радость доведет нас до успеха. Человек, который делает свою работу с радостью, он заслуживает успеха во все, что он делает. И на следующей неделе, понедельник, будем отмечать большой день. Хай Элул, 18-го Элула. Это день рождения Бальшемтов, основатель движения Хасидут, и день рождения Альтер-Ребе, основатель движения Хабад. Какая один из самых главных изменений или обновления в еврейской жизни, которую внесли Бальшемтов и Альтер-Ребе? Служить Богу с радостью. Это еще сказал Давид Амелех. Об этом мы будем читать в Торе на этой главе, что мы обязаны служить Богу с радостью. Но пришел Бальшемтов и нам сказал, что это не конкретная какая-то вещь, но вся наша Тора, вся исполнение заповеди, вся должна идти через радость. Кто является катализатором для радости? Благодарность. Хочешь радоваться? Быть благодарным. Благодарность равно радость. Как человек, когда ему что-то дарит, он радуется. Мы каждое утро начинаем, мы должны радоваться. Благодарим мы Тебя, Господь, что Ты вернул нас душа. Мы наполняем наши чувства. Смотрите, какие мы счастливые. Он нас вернул душа. Поэтому мы должны радоваться и радоваться и радоваться. Ребе пишет в одни его письма, в 29-й том, в Игрот Кодеш, о том, что человек в своем характере, он очень быстро привыкает к его достижению, и он уже понимает, что это вот это результат моя работа. Он забывал о том, что если бы не благословение Всевышнего, он бы здесь не был. Он этого уже воспринимает как природная вещь, так должен быть. А поэтому он не благодарный на этого. Но когда он работает над собой, тогда он понимает, что над этим, что это все эти достижения, это в результат благословения Всевышнего и в результат большая успеха. И тут мы должны помнить еще одну вещь. В заповеди Бикурим, это Раши приводит в нашей главе, Раши говорит удивительную вещь. Раши говорит, что после того, что мы привезли в храм Бикурим, послушайте внимательно, распускается Бат-Кол, это голос из небес, и объявляет, дает нам специальную браха, что как мы заслужили принести Бикурим в этом году, так и с Божьей помощью мы заслужим принести Бикурим и на следующий год. Бог нам обещает сразу еще один год жизни. Как мы заслужили принести бикурим в этом году, так мы будем заслужить в следующий год. Это удивительная вещь. В ни одной заповеди такой есть. Такой нет. Мы трубим шофар в Рош ха-Шана, мы исполняем важные заповеди. Нигде не написано, что Бог нам обещает, что как мы заслужили трубить шофар в этом году, так мы будем трубить в шофар и в следующий год. Мы ели маца в Пейсах. Нигде не написано, что Тора нам обещает, как мы заслужили трубить, кушать маца в Песах в этом году, обещает нам Тора, так будет в следующий год. Бикурим? Нет. Если мы благодарны людей, если мы благодарны людей, и мы принесли наши фрукты в храм, показать Богу о том, что мы понимаем, что это не результат наш труд.
Но что это все этого, это результат его благословения. И любая наша достижение, это результат его поддержка. Когда Бог видит, что мы этого понимаем, Он понимает, что с нами можно делать гешефты. Что мы надежные люди, с нами можно работать. И он сразу говорит, сразу выходит бат кол голос из небес и говорит, дай Бог, так и будет и на следующий год. Это такой сахар, это такая награда, которой нет ее аналог в никакая заповедь Тора. И Ребе говорит об этом в 19 томе в Лекутей Сихот, что это действительно. Этот факт показывает нас, и это вызов для нас. Настолько важно это и в заповеди. Настолько важно, да, в наших времен у нас нет сейчас бикурим. К сожалению, Машиах еще не пришел, мы не можем принести бикурим. Но мы должны все время показать Всевышнему наше чувство благодарности к Нему. Когда мы испытываем успеха в жизни, мы сразу должны взять на себя новые хохлоты, какое новое решение, что мы будем добавить в нашей жизни в качестве благодарности на то, что Он нам давал. Он нам помог, мы зарабатывали больше, мы сразу даем Ему бикурим и даем Ему цдоке больше. Особенно сейчас, перед Рош ха-Шана, надо иметь в виду, надо думать о той семье, которая нуждается в нашей поддержке, и давать цдоке побольше. Всевышний помог нам, надо сразу быть благодарны и помогать, давать цдоке, помогать другим. Он помог нам в других вещей, берем на себя новый урок Тора, новое решение, лучше молиться и так далее, и так далее. И когда мы принесем бикурим, мы сразу заслуживаем еще одну награду. И я хочу вам сказать, это тоже и в жизни. Испытывайте, попробуйте это в вашей жизни. Пусть в каждой семье попробует муж всегда сказать спасибо свою жену за каждый добрый вещь, что она ему делает. И пусть она ему скажет спасибо за каждый добрый вещь, которую он ее делает. Вы потом мне напишите, как изменились ваши жизни ключи. Я вам обещаю. Попробуйте этот путь. То, что будет работать там, что Всевышний нам обещает, за благодарность я вам дам такую награду, что на следующий год вы еще раз будете заслуживать этого, также будет работать и в нашей жизни, в нашей семье, в обществе, в общине, среди партнеры, дети и родители и так далее, и так далее. Я хочу завершать этот очень важный урок, этот очень важный вызов, быть благодарный вызов, который Моше Рабейну вызывает нас и в последние его заповеди, и в Тору. Хочу завершать этот урок в истории, которую я лично услышал от один из моих коллег. Один из раввинов Украины, посланник Лубавичский ребе в Украине. Я вам расскажу эту историю детально, как он мне ее рассказал. Вы знаете, работа раввина, я не скажу о себе, не всегда она легкая. Есть большая нагрузка, иногда есть большая финансовая нагрузка на плеча раввина, чтобы найти достаточно финансов, профинансировать все проекты общины, образовательные проекты, социальные проекты, синагоги и так далее, и так далее. И не всегда их легко найти. Это очень тяжелая работа. Был один из раввинов, который это мой друг, он мне рассказал. Несколько лет тому назад финансовое положение общины, которую он возглавил, дошло до ниже красной линии. Долги уже были везде. Очень большие задолженности были и властями за текущие вопросы, и учителей, и другие. И он не видел выход с положения. Он просто начал чувствовать себя нехорошо. Что делает хасид, когда ему очень плохо на душе? Он просит у ребе брохе. И он в какое-то импульсивное решение купил билет, сел в самолет, поехал на шаббат в Америке. И он находился шаббат возле ойя Лубавичской ребе, возле могилы ребе. Там он провел шаббат. И там на специальной шатре такое есть, которое возле могилы ребе, после шабатной молитвы, пятницы вечером, проводили шабатные трапезы, кидуш и трапеза. Все сидят, люди, которые приехали на шаббат, они довольны, у них настроение. Люди в основном не знают друг друга, люди приезжают со всего мира, с Австралии, со вся Америка, с Европы, из Южной Америки.
Не факт, что все знают друг друга. И он там тоже почувствовал немножко... Он не знал почти люди, которые были там на этот шаббат. Но все сидят, все хасиды, все евреи сидят вместе за шаббатным столом. Но, как говорят, между рыбой и бульон ему стало очень плохо на душе. Он вспомнил о своем положении. И он встал, автоматически встал со своего места, вышел из этого, шатер, из этого тент, который стоит возле, кладбища, и подошел до Охел Ребе. И там он просто расплакался и раскрыл свое сердце, и рассказал в Ребе о его сложности, что его привело. Потом он вернулся на шаббатный стол. Напротив него сидел человек, который приехал из Буэнос-Айрес, из Аргентины, тоже к Ребе на этот шаббат. И он увидел на его лице, что человек испытывает не самых хороших времен сейчас. И он ему говорит: «Я вижу, что ты недоволен. Я вижу, что ты очень грустный». И он ему говорит: «Я расскажу тебе историю, которую я когда-то слышал. Эта история поменяла мою жизнь, и, возможно, она поменяет и твою жизнь. Были когда-то два брата. Жили в маленькой городке, выросли вместе. В каком-то момент один из братьев уехал в большом городе, начал заниматься бизнесом, Всевышний его благословлял, стал богатый, обеспеченный человек. Второй брат остался там, где он был, и, к сожалению, он не увидел особой успеха в свою работу, в своей жизни, и остался очень нищий человек. Прошли годы, дети растут, и брат, который остался без денег, ему надо выдать дочка замуж, но если у него нет на что делать свадьба, как он может двигаться? Слава Богу, была помолвка, и все ждут сейчас, когда он скажет, когда свадьба будет. Он говорит: «Скоро, скоро, у него денег нет». И он говорит: «Я поеду к моему брату, он же успешный, он же богатый, Бог его благословлял, большая успеха, денежная успеха, он мне поможет». И так он отправляется к брату, брат его встречает с такой любовью, с такой радостью, они садятся за стол, кушают. Он его рассказывает по причине, которая привела его к нему. А так он так говорит: «Ну смотри, я не знаю почему. Я такой неудачник, а ты всегда успешный. Ты заслуживаешь благословения Всевышнего, а я все, что я делаю, я не вижу успеха. Я не знаю, что Бог от меня хочет». Вот знаете, типичные таких слова, критические слова на поведение Бога, почему ему хорошо, почему мне нехорошо. Брат ему сказал: «Дорогой мой брат, я хочу тебе рассказать что-то. Я, перед тем, что я ложусь спать, я открываю сидур, молитвенник произношу, читаю Криат Шма, Шма, который перед сном, перед тем, что я закрываю сидур, я поднимаю мои руки к Всевышнему и говорит: Папа, Отец, который в небес, спасибо тебе за прекрасный день. Спасибо тебе за все, что ты мне дал сегодня. И я вижу все успешные моменты, которые были на сегодняшний день». Ты знаешь, какая реакция у Бога, он ему говорит. Бог говорит: «Человек так благодарный, так доволен, как в Бикурим. Завтрашний день будет еще лучше. Ты думаешь, что сегодня это хорошо? Завтра ты будешь еще больше благодарен, чем сегодня. А ты перед сном, ты тоже читаешь Шма перед сном. Ты тоже держишь сидур, молитвенники в руках и читаешь Шма, Шма Исраэль перед сном. Но когда ты заканчиваешь Шма, ты поднимаешь свои руки наверху и говоришь: Ой, какой сегодня тяжелый день был. Ой, папа, что ты от меня хочешь? Что ты меня мучаешь? Какой у меня сегодня был тяжелый день? Ну я тебя прошу, сколько можно?» А какой реакция у Бога на твои слова? Он тебе говорит: «Ты думаешь, сегодня было трудно, завтра будет еще хуже». Вы поняли меня. Надо быть благодарным.
Когда мы будем благодарны, как заповеди Бикурим учит нас, Всевышний будет реализовать в нашей жизни то, что Он обещал в Бикурим. Будет выходить голос из небес в Бат-Кол, и она будет нас обещать. Так будет и к следующий год. И это особенно сейчас перед Рош ха-Шана. Быть благодарны Всевышнему. И эта благодарность толкает нас к любовь к Всевышнему. И когда мы скажем в Рош ха-Шана, Отец наш, Владыка наш, что такое Владыка, мы понимаем и мы чувствуем. Тогда у нас будет открытое чувство Отец наш. Я желаю вам, друзья, быть благодарны в семье, быть благодарны в обществе и главное быть благодарны Всевышнему. Тогда мы все заслужим его благословения. Ктива вехатима това, хорошие записи, печати в книге жизни, хорошего и сладкого года. И главное, Всевышний нас будет обещать. Те же успеха, которые были у нас сегодня, будут приумножаться завтра. А после благодарности завтра она будет приумножаться и лучше, и лучше, и лучше на следующей неделе. Дай Бог нам всем браха вехацлаха, благословения и успеха. Спасибо вам, что вы были с нами. Шаббат шалом.